Ну что, ребята, давайте прокачаем скорость удара. Давай. Скорость удара прокачаем. Поехали, посмотрим. Так, идем все равно медленно, но зато у нас скорость удара будет больше. О! Найдешь как. Они нам ничего же не делают, нет? Прикинь. Так, ладно, нормально. Нет, нам нужно прокачивать, слушай, знаешь что? Скорость. Да, ходьбу. Увеличение ходьбы. Вот, ну теперь уже нормально, побыстрее стали ходить. Уже чуть-чуть быстрее. Так, ага, ладно. Давай, 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 давай. Опять села энергия. А вот это что такое? Броня. Теряйте меньше выносливости при получении урона. А какой урон нафиг? Алло. Какой урон еще? Мне никто ничего, никакой урон не наносит. Никто. Я просто иду. Щелкаю. Нет, надо проверить, наносит мне реально урон или нет. Не, никто мне урон не наносит, не знаю. А вот скорость... А, ты что такое? Так, ну это и есть ходьба. Так, а ну-ка, подожди. Все, закончилась у нас энергия. Так, мистер Буллет, давай, надо, короче, время, чтобы тентушка взорвалась. Ага, но мы в нее не попадаем. Давайте попробуем здесь щелкнем. А-а-а, вон как. Все, понятно, понятно. Так, здесь, что нам нужно сделать, ребята? Щелкнуть по вот этой штуке, стрельнуть. Да. Угу, получилось, слушай, получилось. Угу. Теперь надо подождать, пока это доедет. Опа! Нет, нифига! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не получилось, давайте еще раз. Так, все, стреляем. Опа! И как раз мы ниндзя с вами, ребятушки, щелкнули. Так, тут два ниндзя. Просто стреляем посерединке. Опа! Все, и они поразбивались. Хорошо. Так, здесь интересно будет. Надо как-то, чтобы отрикошетило на того ниндзю. Ох, отлично! Хорошо. Так, а здесь, давайте подумаем, если мы в серединку стрельнем, что будет? Ага. Прикольно, прикольно. Всех раздавило. Получилось у нас. Так, ТНТшка. Стреляем сюда в уголочек. А ТНТшка падает, взрывается. Но здесь было легко. Здесь шар. Давайте стрельнем. Ой, хорошо, смотри. Как хорошо получилось. Так, а здесь надо сделать так, чтобы она отрикошечивала. Опа, прям в башню ему, прикинь. Прям в башню попал. Хорошо. Так, а здесь несколько. Ну, давай попробуем их. Хопс, хопс, хопс. Ух ты, готово. Легко было, интересно. Так, зомбаками, ребята, зомбаками. Ну, зомбаками, ребятушки, будем играть в следующей серии. Так что, эту серию будем заканчивать. Так, ну что у нас? Шестой уровень, и мы играем за шарика. Так, давайте шарику поможем победить квадратиков вот этих всяких. Есть. Уничтожили мы квадратика и отправляемся дальше. Ух ты, ух ты, ух ты! Тут надо аккуратненько. Готово! Шарик, квадратика. О, мы сейчас этим молоточком щелкнем квадратика, смотри как. На, отправляйся в долгое путешествие, квадратик. Ух ты, нифига как я перепрыгнул, да? И даже не ожидал с первого раза. Так, берем звездочку. И нам нужно сейчас ящичек сюда поставить на... Ага, не получилось. На машинку эту. Давайте отодвинем ящичек и попробуем еще раз. Еще раз попробуем. Вот так вот. Опа, готово. Так, высокой стороной мы поставили его, да? Ладно, сейчас отодвинем. Подведем. А-а-а, тут этот камушек мешает. Ну ладно. Ага. Нам нужно запрыгнуть как-то на лопасти. На лопасти мельницы. Давайте попробуем. Опа. О, готово. Хорошо. И забрали мы звездочку. И еще раз таким способом. Ой, не получилось. Еще раз. Так, шарик, аккуратно, давай. Раз, два, три.
О, ты чё, шарик, а? Давай ещё раз. Прыгай и сюда перепрыгивай. Всё, прошёл. Молодец, давай щёлкаем квадратика. Так, что у нас здесь? А, нам нужно вот здесь подвинуть. Давайте этого сразу квадратика щёлкнем. Квадратик! Опля, и мы тебя щёлкнули. Всё. Всё, квадратик, мы тебя щёлкнули, отдыхай. Так, подвигаем вот такую палочку сюда. И нам нужно вот ящичек подвинуть вправее немножко. Перепрыгиваем на эту штучку. А как она работает, ребята? Так, нам нужно влево вот этот рычажки делать. А, всё. Так, подожди. Тихо. Давай. А теперь прыгаем. Оп, хорошо. Ох ты, водичка опять. Так, ну здесь сложно будет, сложно. Надо как-то перепрыгнуть будет. Аккуратненько, да, и желательно с первого раза. Ой, шарик. Аккуратно, не умри. Ой, да. Замечательно. Ой. Разбились мы. Так, этот уровень сложный, слушай. Это очень сложный уровень. А нет, мы проехали. Прошли. Ох, тихо. Что это такое за конструкция? А, конструкция. Конструкция улетела. Надо аккуратненько прыгнуть в нее и раскачивать ее, да? Так, а что она на месте стоит? Давай, поехали, конструкция. О, все, сдвинулось с места. Ай, там звездочка была, я ее не взял. Ну ладно, не будем туда брать ее, что ее очень тяжело взять. Так, шарик, квадратик у нас купается. А, и мы тоже, ребята, купаемся. Да, покупались так мы. С квадратиком. Шарик покупался с квадратиком. Ну что ж. Ну хорошо, поиграли. Ребята, играем в Hot Wheels. У нас есть такая тачка, смотри. Две одинаковых тачки борются за первое место. В победной гонке мы участвуем. И нам нужно выиграть. Ох, нифига он оторвался. Смотри, как от нас. Значит, у него тачка прокачанная. Конкретно причем. Не то, что наша. Наша тачка не особо прокачанная. Так, ладно. Баланс написано. Давай, поднимаемся. Ой. Сейчас будет жаркий спуск, ребята. Жаркий спуск. Ух ты. Так, здесь мы не будем кругуля делать. Будем аккуратненько спускаться. Так, стопи. Что значит стопи? Остановись, типа. Так, здесь проехали. Что у нас... Подъем будет крутой. Ой. Так, бензобак взяли. Взяли бензинчик, едем дальше. Нифига, как машинку штормит, а? Подбрасывает. Тут монет было много. Угу. Так, спасибо за монетки. Подняться даже не можешь. Давай, нормально, едь. Вот, сейчас ускорение будет. Жухи! Все, завершили мы гонку. И улетела тачка куда-то в пропасть. Давайте посмотрим. Так, а мы можем же поменять локацию. Давайте, где у нас? Мы остановились на третьей локации. Поехали. Третья гонка. Ну что, на счет три. Раз, два, три. Поехали. О, давайте перевернемся. То же самое сделаем. Опа. Хорош. Так, тоже, может, перевернемся еще раз. А, вонючка! Видишь, какой гад. Он стал переворачиваться, и я захотел. А, ну не дурак ли я? Ё-моё. Итого у нас уже, ребятушки, 4 сундука и 3 сундучка. Мы их откроем, когда наберем 10 штук, ребятушки. Давайте поедем. 2 против 2. Ага, у них слабенькие достаточно такие. Эти самые. Танки. Сейчас я тут встану, буду стрелять. Кого-нибудь да попаду. Сейчас они будут подъезжать, наверное. Ну, по идее должны. Есть удар первый. Второго уничтожили. Все, ребятушки, победа. Ну, совсем не сложно было. Мы молодцы. Дальше зарабатываем звездочки на нашем Титане. Так, два обычных маленьких танков. Куда они против нашего большого танка собрались, а, интересно? Так, а ну-ка, ладно, сейчас я здесь стану. Так, ты куда вообще поехал, алло, дурачок? Так, ладно.
Так, тихо. Так, один уничтожили. Ух ты, гад, а? Сейчас я тебя зафигачу. На, получил. Все, уничтожили. Победа, ребята, победа. Это очень даже хорошо. Итого у нас уже 5. О, будем собирать. Будем собирать с вами сундучки. И потом откроем в отдельном ролике. Надеюсь, нам откроются много интересных танков. Ух ты, 2 титана. Ну что, поехали. Так, здесь может встать. Подожди, алло. Ты видишь? О-о-о! Нифига они против нас что задумали. Так, этот еще живой наш, да, чувак? Давай, щелкну. Так, есть, одного уничтожили. Так, ну этого я не думаю, что будет сложно уничтожить. Тихо. На, получай, сейчас я тебя щелкну. Хорошо, щелкнули мы его. О, скоро нам новое звание дадут даже. Ребята, долина смерти, черепа и кости. Мы играем в машиночки наши, гоночки, тачки. И очень интересная, смотрите, локация. Это где-то мы в Техасе едем. На, получи. Да, очень быстро едем. Так, бензик, надо бензик мне. Ух ты, здесь повороты какие крутые. И тут и... тут получается карта. Что-то я не понял, карта вроде бы как квадрат. В виде квадрата сделана карта. Ой, нифига, 8-й едем. Врезался, да ё-моё. Так, 9-й. Реально долина смерти. Па-п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 а. Так, турбо у нас уже нету, да? Все. Прокатали мы все турбо. Так, бензик, спасибо. Да ё-моё, 6-й только. Так, 3-й. Ах, нифига, 6 кругов у нас, ребята. Реально, 6 кругов надо проехать. Так, 5-м еду. Уже неплохо. Да ты что так медленно едешь, а? Помешала мне машинка. Вы в правый ряд, кто вот медленно едет, в правом ряду держитесь и все. Так, о, еще один круг. Последний остался. Так, бензик, с дороги, реально, давай идите с дороги отсюда. Все, последний круг, ребятушки, остался. Опа! Ё-моё, да не может быть, как я так врезался? Так, каким я еду, интересно? Я даже не могу посмотреть, 4-й. О, 4-й приеду, что ли? Даже не 3-й? Ну ладно. Я буду знать, я карту буду немножко изучать. А у нас вообще 20 игроков играло. 20 игроков, представляешь? Ну, это просто гонка за улучшение, как бы такого ничего особого и не дает. Ну, ладно.